музеях Московской области 4 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Все мероприятия пройдут в онлайн-формате. Акцию традиционно поддержит Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина в Больших Вязёмах. В этом году ГИЛМС проведет онлайн-экскурсию по старинному парку усадьбы Вязёмы и трансляцию концерта лауреата международных конкурсов Натальи Гавриловой «Прикосновение» из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе».